Эта песня, которую напевают матери у колыбельни, усыпляя младенцев, звучит в каждой семье цахуров села Сувагиль Закатальского района, где появился на свет малыш. Старинная цахурская колыбельная песня. Из поколения в поколение этот народ, являющийся одним из 26 племен древней Кавказской Албании и известный в исторических источниках как Ихбы, говорил на своем языке многие века и сумел сохранить его до наших дней. Итак, на этот раз речь пойдет о языке, обычаях, культуре, образе жизни и некоторых особенностях цахуров, живущих в селе Сувагиль Закатальского района. Сначала поговорим о языке цахуров, который они пронесли и сохранили через века до наших дней. В нем немало слов, заимствованных у других народов. Отдельные выражения сближают его и с азербайджанским. От других языков цахурский отличается не только лексикой, но и произношением. Слова, употребляемые на этом языке, во многом схожи со словами азербайджанского языка. Если вслушаться, то можно заметить разницу. Слова цахурского языка звучат несколько жестче, чем на азербайджанском. Цахурский язык, состоящий из 43 букв, исследуется в течение многих лет и преподается в средней школе села Сувагиль, которую посещают цахуры. Образованию здесь придается особое значение. До 4 класса дети всесторонне изучают стихи, сказки, рассказы, баяты и другие литературные образцы на цахурском языке. Шагирлер эвде. В своих семьях наши ученики, конечно же, говорят на цахурском языке. Но в школе им еще преподают и грамматику. Это входит в обязанность учителя цахурского языка. Что же касается того, какими материалами в основном пользуются школьники для получения разносторонней информации о цахурском языке, то... Дети пользуются журналами и различными словарями. У нас есть писатели, произведения которых – стихи, рассказы, сказки. Мы используем их на наших уроках. Дети цахуры, живущие в Сувагиле, изучают свой язык не только в школе, но и в семье со старшими. Цахуры – люди весьма привязанные к своему языку. Пожилые представители этого народа, живущего в Сувагиле, не откажут себе в удовольствии собрать вокруг себя внуков и соседских детей, чтобы поведать им об очередном литературном образце устного народного творчества цахуров. Это семья, проживающая в Сувагиле, семья Кадыровых. Как говорит аксакал семьи дядя Кадыр, он сбрасывает с себя усталость после повседневной сельской работы тем, что уделяет время внукам. Он рассказывает малышам разные истории и легенды, связанные с цахурами. Хотя азербайджанские и цахурские языки и отличаются друг от друга, духовные нити, связывающие людей, очень сблизили отношения между двумя народами. Действительно, сегодня и азербайджанцы, и цахуры, живущие в Сувагиле, могут общаться на обоих языках. Мы очень редко чувствуем себя цахурами, так как мы тесно переплелись с азербайджанцами, что понимаем друг друга без слов. Все наши обычаи и традиции одинаковы. Мы так тесно переплелись друг с другом, что брачные узы между азербайджанцами и цахурами стали обычным делом. В
семье Омаровых двое детей. Супруг – цахур, а супруга – азербайджанка. Эти молодые люди полюбили друг друга, невзирая на разницу национальностей. И хотя их сблизил и познакомил все же азербайджанский язык, Омаровы знают оба языка и прививают их своим детям, как и другие семьи в Сувагиле. Дома мы говорим с детьми в основном на азербайджанском языке, но цахурский язык они тоже неплохо знают. С той поры, как я приехала сюда, пару лет я чувствовала себя немного чужой из-за незнания языка, а сейчас я знаю цахурский лучше, чем они сами. Интересно также, что разные обычаи двух народов прекрасно сошлись на одной свадьбе. Омаровы так вспоминают этот эпизод. При проведении свадеб у нас есть небольшие различия. Например, на следующее утро после торжества у цахуров принято собираться в доме молодожена и накрывать столы со сладостями. Вот, пожалуй, и вся разница. Можно сказать, что мы просто объединили оба обычая. Это было интересно мне и моей супруге. Эти молодые люди, в семье которых мы были гостями, говорят, что они очень счастливы и всегда бывают вместе, как на торжествах, так и в дни траура. Поскольку мы упомянули об обычаях, нельзя не сказать о традициях цахуров, связанных с приготовлениями к свадьбе. Одной из таких традиций, частично забытых, но сегодня возрождаемых в репертуаре цахурского фольклорного коллектива «Джейран-М», является обряд нанесения хны. До свадьбы, пока еще невеста не переехала из отцовского дома, проводится собрание, на котором читают цахурские баяты и поют цахурские песни. Этот образец фольклора, который вы видите, в основном отображает обряд нанесения хны в соответствии с цахурскими традициями. Однако баяты здесь читают на обоих языках. Цахурский фольклорный коллектив «Джейран-М» начал свое творчество в 1973 году и был удостоен звания народного коллектива в 1994. У ансамбля широкий репертуар, состоящий из стихов и баятов не только на цахурском, но и на азербайджанском языке. В цахурском фольклоре существуют также баяты на азербайджанском языке. Вот что по этому поводу говорит руководитель группы Кадыр Курбанов. Мы живем в Азербайджане. Азербайджан – наш дом. В Закаталах живет более 20 народностей. Поэтому мы выступаем на разных языках. Поскольку Азербайджан – наш общий дом, мы берем разный репертуар, чтобы каждый понял нас.
Хотя этот народ, оставшийся в наследство от Кавказской Албании, существует веками, селение Йени-Сувагиль, где живут сахуры, было основано лишь в середине прошлого столетия. Причиной тому послужили стихийные бедствия, имевшие место в старом селении Сувагиль, расположенном в нескольких километрах от того села, в котором сахуры живут ныне, и которое является родиной их предков. Поехав в старое селение Сувагиль, можно воочию убедиться в том, что это действительно очень древний народ. Если мы сравним площадь этого селения с площадью древнего кладбища, относящегося к нему, мы ощутим, насколько далеко вглубь веков бегут корни. Дело в том, что площадь тамошнего кладбища гораздо больше площади самого села. Еще одним фактором, обусловившим переселение сахуров, ранее проживавших в предгорьях Закатал, вниз, на равнины, стало их неумение заниматься земледелием. Сахуры в основном занимались животноводством, в частности, разведением овец. В советскую эпоху проводились разные соревнования по многим отраслям сельского хозяйства, и одним из таких было соревнование по стрижке овец. Сахуров, имевших огромный опыт в овцеводстве, специально приглашали на такие соревнования. Любопытно, что на этих соревнованиях сахуров представляли женщины. Мы всегда направляли туда двоих женщин. Они занимали достойные места. Кто-то из них выиграл путевку в Сочи, а кто-то дорогие часы и различные подарки. Я гордился ими тогда, горжусь ими и сегодня. Сахуры издревле отличались активным образом жизни. Неудивительно, что одной из наиболее известных их традиций были соревнования по конному спорту. На этих землях, где живут сахуры, когда-то проводились соревнования по верховой езде, но, к сожалению, с течением времени эта практика по ряду причин прекратилась, и такие соревнования больше не проводятся. Лошади же используются только в хозяйственной деятельности. Действительно, сегодня в Сувагиле лошадей применяют только по хозяйству, но раньше молодые сахуры пользовались лошадьми при соблюдении некоторых обычаев, знакомых нам по практике тюркских племен. И вот один из таких обычаев. Раньше делали так. Похищали девушку и отвозили ее на гору. Парни устраивали между собой соревнования по верховой езде и отправлялись за этой девушкой, чтобы привести ее в село. Победителем соревнования считался тот, кто прискакал к девушке первым. К сожалению, сегодня развитие техники отодвинуло в сторону не только потребность в лошадях, но и заставило позабыть некоторые традиции, соблюдавшиеся с участием этих животных. Что же касается интереса сахурской молодежи к лошадям в наше время, то... Молодым сейчас это не интересно. Лошадей они уже не держат. С тех пор, как появилась техника, считают, что держать лошадей – дело не нужно. Горы поднимаются уже на машинах. В Азербайджане вряд ли сыскать того, кто не узнал бы звучание этого музыкального инструмента. Да, это звучит двухструнный тампур. Тампуру, ведущему свое начало от древних огузских народностей, принадлежит особая роль в жизни сахуров. Большинство представителей этого народа, живущего в Сувагиле, и сегодня исполняют баяты как на азербайджанском, так и на сахурском языке именно на тампуре. Azizim olmayaydı, saralıp solmayaydı. Azizim olmayaydı, saralıp solmayaydı. Ölüm Allah işidir aman, ayrılık olmayaydı. Ölüm Allah işidir aman, ayrılık olmayaydı. Bizde bu tambur aleti, yani
Тампур играет особую роль в жизни цахуров древнейших времен. В те далекие эпохи на тампуре не играли на свадьбах или на других торжествах. Тогда его использовали лишь во время присвадебных мероприятий. За один или два дня до свадьбы девушки выходили из отцовского дома, например, к дяде или к тете, которые организовывали угощение. И во время этого угощения девушки и парни пели, соревнуясь друг с другом под аккомпанемент тампура. Тампуру чалам беш бармах, пешиде кызыл бармах. Тампуру чалам беш бармах, пешиде кызыл бармах. Херкесин иши дейит, тампур чалып охумах. Цахуры, принявшие исламскую веру много столетий тому назад и живущие по законам этой религии, и сегодня привязаны к своему прошлому. И сегодня они сохраняют свой язык, развивают и приумножают свои традиции и обычаи, свою самобытную культуру и образ жизни.